Здравствуйте. Наступила пора сбора лесной клубники. Вот обширное поле, на которое сборщики клубники собирают эту сочную ягоду. Глянем, что здесь у нас творится под листвой клубника лесной. Вот видим клубничка. Вот видите, какая она темно-бордовая, уже поспелая, хорошая. Вот сейчас ее вот так вот сорвем сеточками. Вот сколько ее. Вот какие они хорошие гроздочки, густые, сочная ягода. Обширно здесь ее. Конечно, пауты препятствуют хорошему сбору, но зато чистый воздух, который здесь окружает нас, дает нам возможность терпеть укусы паутов и красивая ягода, которая приманивает нас к сбору ее. Потом будем ее употреблять в нужное направление. То на компот, то так покушать удовольствие. Погода красивая, природа тоже хорошенькая. Вот окружность этого места, где собираем клубнику. Вот клубника. Потом еще запечатлеет, сколько мы соберем ее к концу нашего этого прогулочного отдыха. Потому что тоже оно усталость, солнце на улице плюс 30, 1 июля уже. Как раз наступила пора сбора клубнички. Вот. Ее очень тут много, если заглянуть под кусты еще больше. Вот она. Что тут? Она прячется под лиством, под солнышко. Солнце парит хорошо, дождей давно не было, а клубники тут много, очень много. Просто ее плохо видно. Она прячется, надо разгребать листву, листья, и она вот под листьями находится, клубника. Вот какая хорошенькая, крупненькая она. Тут много ее. Ягоды очень много. Солнце свет идет. Одеваем на голову головные уборы. Защитить от этого пека солнечного. Думаю, что лета не будет. Вот и наступило. Как Пушкин писал, знойное лето пройдет весна, и знойное лето наступит. Вот оно наступило. Земляники много. Был бы, конечно, дождь, она была бы крупнее, но дождя нету. И так нормально. Вот для этой погоды очень нормально, потому что дождя нет, а ягоды много. Но уже вот-вот можно сказать, что если через недельку ее люди не начнут полностью собирать, то она просто будет засыпать на корню, на свои веточки. Вот такая крупненькая есть. Вот. Вот сколько мы набрали. Веточка такая красивенькая. Вот. Темная, бордовая такая, спелая. Видно, сборы пожрать нормально. Вот разгребаем вот так листья. И под листьями она вся прячется от жары солнца. Вот, какая хорошая ягода. Вот сколько ее много. Просто глаза разбегаются, не знаешь, какую брать. Столько много. Ну, конечно, что мелкий, вот это. И как бы желание чуть отпадывать. Сильно брать. Ну, конечно, и ведро, и в рот можно покушать ее вот взять. Сладкая, хорошая ягода. Вот сколько ее много, вот тут вот. Вот. Осиное гнездо маленькое. Вот, не знаю. Косточки, не кусайтесь. Я вас не трону, и вы меня не трогайте. Вот, косы кружляют рядом, но пока не трогайте. Не думаю, что я буду разорять гнездо. Не будет разорять лесу, кость она растет. Это гнездо их не развивается. Ничего не хотят. Ягоды очень много. В этом году дожди раньше были, она хорошо подошла. Вот такие хорошие гроздочки ягод. Очень много. Собираем. Прямо не знаю, в каком месте брать. И там везде ее много. Ну, конечно, еще где крупнее ягода, и где погуще, вот.
взял одну веточку и так взял, и все, оно все здесь. Потом, конечно, чистить их тяжело, хвостик отрывает, на компот, может, и с хвостиком пойдет. Я по-другому. Вот здесь и крупника такая хорошая. Вот там тоже собирают люди. Ягоды там собирают. Ягоды есть в этом году, слава богу. И кусают, да, солнце ждет, и ягоду охота набрать. И как это все совместить, чтобы было и приятно, и не больно. Солнце ждет, паук кусает, а ягоду мы все равно на стылу собираем. Так красиво. Продолжаем снимать видео по сбору весной клубники. Прошло с того момента 1:20, сколько, ну, когда мы начали собирать. Вот и итог нашего сбора. Вот, одно ведерочко, такая хорошая клубничка, вот она. И вот вторая половинка, собрала тоже, вот сколько клубнички. Это за 1:20, клубники много, но солнце палит. Жарко, паук и кусает. Будем завершать наш сбор весной клубники. Всем желаю успеха. Спасибо за внимание, что уделили внимание и своим терпением показали, что можете смотреть тоже это видео. Всего доброго, всем желаю. До свидания. До новых встреч на моем канале.